Строительство нового моста в городе Щелково – тема, широко обсуждаемая не только в пределах нашего района. Посмотреть, где планируется возведение инженерного сооружения, приехал зампред областного правительства Петр Иванов, по совместительству министр транспорта региона. Предполагается, что переправа пройдет параллельно железнодорожному мосту в районе улицы Фабричной и соединит восточную промзону с микрорайоном Заречный. Таким образом, власти планируют разгрузить Пролетарский проспект от грузового транспорта. И нагрузку на город. По грузовому транспорту мы снимем. Какой процент транспорта вы снимете на... Ну вот смотрите. То есть 30%. Реализация столь необходимого для всего района объекта стала возможной благодаря активной позиции руководства муниципалитета. Власти района обратились к губернатору Московской области, и он дал указание включить строительство дорожного объекта в бюджет 2016 года. Сказать точно, как пройдет мост, пока нельзя. Проектная документация еще не подготовлена, однако определено, реализовать проект планируется в условиях софинансирования. Затраты по проектированию возьмет на себя местный бюджет, а средства на возведение будут направлены из областного. Петр Валерьевич согласился с принятым решением губернатором по строительству моста. Он полностью удовлетворился и понял, что это крайне необходимый объект. От объекта запланированного к уже реализованному посетил Петр Иванов и участок Фряновского шоссе. Реконструкция дороги Щелково-Фрязино прошла почти год назад, и дорожное покрытие пережило уже все 4 сезона капризной русской погоды. Проверка показала, по результатам года эксплуатации дорога остается в достойном состоянии. Осмотрел Петр Иванов и дворовые территории в центре города. Двор на Парковой 20 вошел в губернаторскую программу и попал под комплексное благоустройство. Здесь появилась обустроенная парковка, информационные щиты, новые урны, асфальтовое покрытие, а главное – современная детская площадка. Детская площадка очень нравится, нам по возрасту она подходит. Просто здесь есть маленькие горки, маленькие, и качели, на которых безопасно катать маленького такого ребенка. Спасибо тем, кто сделал эту площадку. В этом году в Щелковском районе в рамках областной программы «Наше Подмосковье» комплексное благоустройство прошло более чем в 40 дворах. Работы по приведению в порядок дворовых территорий будут продолжены и в Щелковском районе, и в Московской области в целом. В этом году у нас по плану было запланировано 14% благоустройства, сделали 12, 42 дорогих площадки. Отличие разительное между тем, что было и стало. Поэтому будем дальше работать. Дарья Соснегова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».